лететь, воруя. Видите, как мы в открытую воруем. Потому что здесь никого никогда не бывает. Кроме игроков. Мы находимся в воровской Мекке. Мекке. Воровской. Эльдорадо. Клондайк. Вот. Где мы находимся? Мы находимся вот это вот Тамриэль. Вот где. Гленумбра. Гленумбра. Вот. Даггерфолл. Даггерфолл в Глену. Ну вы поняли. Гленумбра. Вот эти два кораблика обчищаем и весело бежим сдавать награбленное. Весело, с огоньком. Мы сейчас только со 100 золотых. Значит, только кушак. Тик-тик-тик-тик-тик. Мы бежим, 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 бежим. Что-то мы не прыгнули. Здесь можно воровать, тут тоже никто не бывает, а дяденька нас не видит тут, а вот там бывает тетенька ходит и может нас обнаружить, а нам не нужно, чтобы у нас репутация сокровища.
Здесь кулинарию можно еще прокачивать, воруя всякие вкусные вещи и приготавливая из них еще более вкусные. Вот сколько сокровищ. Это вот коронный магазин, дома, выбираем любой домик, можно, конечно, выйти из игры, наверное, но не факт, что перегрузится, а если вот так, то перегрузится. Обновляется. В меню неизвестно, но можете проверить, потом написать в комментариях чего-нибудь хорошее. F5 нажимаем. 1 285 000 стоит золотых. Дыня, но наоборот, твердыня. Мрачно как. Так, шутки как мрачно. Если заплутали, можно F5 и ко входу. Оп, покинут дом. Так, вот оно обновилось.
сокровище и ищу. Но стоит мало. А сдавать можно ограниченное количество. Его можно прокачать. Есть навыки у нас. Каталог реликвий. Где же навыки-то? А, вот, наверное. Так. Вот-вот-вот. Делец. За день вы можете продавать на 140% больше краденных вещей. Вот. Вот это очень важно. Очень-очень. Ловкие пальчики. Вот делец надо прокачивать. Успешный карманный краж. Взломщик. Вероятность успешного силового взлома замков увеличивается на 25. Взятка. Штраф, который вы добровольно платите стражникам и скупщикам краденого, уменьшается на 20%. Но можно не платить. Если испортится репутация, можно просто выйти из игры и войти в другой аккаунт. На другом сервере. И поиграть за другого своего. Или этот же. За другого персонажа поиграть пока. И со временем репутация улучшится. Все забудут, вас простят. О, сокровище, ура! Тик, тоже сокровище. Вот девушка. А воровать нехорошо, товарищ девушка. Ай-яй-яй. Здесь еще можно купить за реальные деньги членство в гильдии воров. И тогда будет доступ в какую-то их локацию воровскую. Сообщит, куда следует. В компетентные органы. Вот здесь тоже не надо. А здесь можно воровать. О. Отмычка. Невидимые черни.
можно, конечно, совсем обнаглеть и брать только сокровища за 1500 золотых, которые можно продать. А. Так вот, иди. Где тут? О. Цена. Вот. Сокровища такие берете и все. И все. Вот еще за 250 золотых. За 1500 и за 100 золотых. Еще те, которые мы не берем, 40 золотых. Чертежи. Рецепт. Обжаренная говядина с чесноком. Редгарская тележка. Практичная. Бретонский ковер. Зеленый. Уже знаете этот рецепт. Здесь льняной, что там? А, нет. Здесь есть ход такой. Ход конем. Так, идем. И шлеп. Так. Бежим. В убежище. Убежище преступников Даггерфолла. Даггерфолл. В Гленумбре. Гленумбра, вот она. А, вот мы вот там вот. Вот этот. Вот там Риэль. Вот. А вот мы здесь. О, Гленумбра. Так, прибежали. Теперь идем. Здесь у нас есть банк реконструкции и развития. Ой. Так, мне бы что-нибудь принять, что прокачивает. Ускорение прокачки. Коронное зелье тройного восстановления. Восстановление. Это что? Укрепляющее. Освежающий напиток.
повышает восстановление здоровья. Коронный ремонтный набор. Свиток опыта. О, вы получаете на 50% больше очков опыта из всех источников в течение 2 часов. Отсчет времени останавливается, если вы выходите из игры, и возобновляется, когда вы возвращаетесь. Без перезарядки. Создан жрицей, для которой время – понятие относительное. Так. И чего? И чё, мы сразу все что ли, примем? Использовать. А, нет. Должно пройти время какое-то, прежде чем можно будет снова использовать. Так. А, самое интересное. Сейчас для чистоты эксперимента положим в банк денежки. Внести валюту. Игрока 19902. Так, внести. О, внести валюту у игрока 0. Вот, все хорошо. Так, теперь бежим сюда и, ну, магазин. И начинаем. Господи. Так. Что-то слабо как-то. Слабовато как-то. Но вот заработали 15100 золотом. Сто таких походов, и можно купить домик за 1,5 миллиона. Перо, отмычки, лоскутная рубашка для красоты. Банк. Внести. Все. Теперь кол как сокол. Хорошо бы еще и денежки туда же положить. Банк, вынести валюту. Могу дальше идти.
Сколько у нас еще можно сдавать? Осталось 6 сокровищ продать в этот день. 120 можно, а так 50 вроде бы только можно. Но мы увеличили способность делец и можем 120 предметов в день продавать. Поэтому лучше продавать самые, что ни на есть, дорогие. Дорогущие предметы. Правильно, тетенька? Правильно я говорю? Правильно. Тетенька. Так, все. На этой оптимистической ноте мы прощаемся. Заходите. Места-то какие хорошие здесь, знатные такие места. Все. Всем спасибо. До новых встреч в эфире. А, нет, не все. Подождем, пока будет полчаса. Счетом.